жена. Только вы забрел. Ну, не, конечно. Волгу не изобрел. А кто? Ну, он изобрел что? Раз наверняка принес ну, это все. Ну, он начал раньше Кагану все. Ну, конечно. А, ну так вот. Так она и говорит, здесь будете. Она же спросила. Нет, ну, предполагает, что есть вариант здесь. Ну, если здесь, то уже с этим говном? Да, так это что? Я тебе хочу, облегчить. Ты будешь в Starbucks, и во всем мире ты получишь такой же стаканчик. Да-да-да. Где угодно. Это пишет из Канады. Кроме Коста. Да. Нет, это разный стиль. Не понял. Из Канады пишет Лекко, не пишет Коста. Говорит. Совершенно невозможно второй. Кроме шоколада. Это разные вещи. Совершенно невозможно второй такой. Чего еще здесь спросил, Саша? Нет, ничего, потому что я сказал, что это слово Starbucks. Ты не услышал то, что тебе сказали в Starbucks. Я говорю, ты придешь в Starbucks, в любое место и везде получишь. Мы сегодня возможно. Ну, Starbucks, причем, подожди, так. Ну да, ну если у тебя другие системы. Он до него не доходит. У него не до конца отошла амнезия еще. Ну. Еще раз говорю. Ой, это самое. Ну, все поняли, о чем речь. Анестезия. Там не нужно несколько мух поднять, Юра, а в чем претензия? Да, и что, не отошла. Я внимательно слушаю. Я тебе еще одно скажу, волшебное слово. Ты придешь, предположим, в Starbucks, в любое место, получишь такие же стаканчики. Придешь в Макдональдс, и получишь такие стаканчики. Это стиль такой. Не нравится, ходи в другое место. Где-то стиль другой. Может, ты об этом знаешь, когда уже получили? Нет, когда ты видишь это, они не скрывают. Она сначала взяла деньги, потом поставила на стол. А, это не проблема, на вас пришла. Я был сразу понял. Нет, это не ее проблема. Нет. Так, мы будем все делать. Нет, мы уже, ты не просто, мы уже пишем. Вот это и есть тема. Хорошо. Ничего хорошего, все равно не будет. Ну да, вообще, здоровайтесь. Как? Да чухаться нечего. Как? Ну, значит, начал мое. Значит, мы изображаем звук. Зачем? Что как можно. Да. Но уже сидят музыка, это чуть-чуть хотел. Мастер, только скажи. Чуть-чуть. Просто убежусь. Да, я включил, все нормально. Нет, просто я выключал ее, чтобы потом не оказалось, что я ее не включил. Да, здесь тоже у нас все включено. Ну как задалеко, мы тут не громкость. Нормально, нормально. Нормально. Нелегко, ну хорошо, все скажу. Так. Доброго утра, блин. Доброго утра. Спать в июле можно без трусов. Ну тут как-то июль. Пошла песня Хейфица. Ой, до свидания. Сколько? 26. Нет, нет, все вырезать. 20 минут на самом деле. Минут 18 на самом деле. Вырезать начало, середину или весь конец? Нет, вырезать. Зачем конец вырезать? Не надо конец вырезать. Нет, иногда нужно вырезать конец. Не отрезать, я подчеркиваю, а вырезать. Я против.